Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії Олександр Гамоля. Добрий день. Белорусские аграрии намолотили больше, как 3 800 000 тонн збожа. По данным на сегодняшнюю раницу, зерневые Украине убраны на 40% площадь. На первом месте по темпах жнива остается Гомельская область. Господарки нашего региона убрали больше, как 60% посевных площадь. Намолот збожа перевышает 670 000 тонн. Это другой показчик Украине после Минской области. Лидирует по намолоте аграрии Решевского района. Тут собрали 88 000 тонн збожа. Мясцовые господарки вытрымливают и самый высокий темп. Тут убрали 86% посевных площадь. На опошней четверти полев ведут работы аграры Мазырского и Хойницкого районов. Каля 3 000 000 000 недоминованных рублей накировано сёлета за областного бюджета на утрымание помника у Великой Айчинной войны у Гомельской области. Як освоиваются гэтые гроши, у яким стане находятся братские могилы и памятные знаки землякам, якія загинули подчас Великой Айчинной. Наш корреспондент Настасья Кучинская зацікавілася гэтай темой. Зараз у Гомельской области находится около 1700 помников, связанных с Великой Айчинной войной. Большая из них еще советская спадщина. Частей за все яны будавалися по типовых проектах. При этом часто выкарыстовывали недолговечные танные материалы. Тому борьбу с надворьем и часом такие монументы хутко проигрывают. Больш-менш якостный ремонт одного помника вылечается десятками миллионов до деноминационных рублей. Помножаем на колькость помников и вынику отрымливаем десятки миллиардов. До того же лик монументов с каждым годом повялишивается прикладно на 20 одинок. Знаходятся новые, ранее неуличные похования. Частей за все на вязковых могилках. И яны так само потребуют ремонту. Тем не менее, для белорусов память про Великую Айчинную войну мая особливую каштовность, якую грошима вымирать нельга. Сегодня навод те помники, что находятся у отселенных тезусим маленьких, на некольких домов в вёсках, не покидают без уваги. Мясовые улады и простые жихары для подтримания монументов у належным стане знаходят самые разные варианты. У агрогородку Насовича Добрушского района зараз ведется масштабная реконструкция помника одной сельчанам, которые загинули у годы Великой Айчинной войны. Это у своем роде уникальный монумент. У початку 60-х годов все от проекта до усталевки мясовые жихары зарабили самостойно. И вот зараз помник запотребовал капитального ремонту. Областный бюджет выделил на это меты 30 миллионов до деноминационных рублей. До того же нашлась подрядная организация, якая, уличивающей важной справы, пообещала провести бесплатно работы еще на 15 миллионов. До осени монумент предстанет у новом выгляде. Всего на территории 6 воинских захоронений и братских могил и 2 памятника. И животно стараемся, чтобы, значит, по памятнику делать так более-менее такой вот ремонт серьезный. Вот этот монумент бойцам, которые у 43-м вызволяли добрушу от немецко-фашистских захопников, находится на ускраине города. Все лето он так само отримал новый выгляд. Гроши были выделены в областью, а работы провели капитальные. Обновили одежду, так сказать, самого постамента. Сам памятник, значит, покрасили, погрунтовали, покрасили. Произвели благоустройство прилегающей территории к самому, получается, памятнику. Выровняли грунт, уложили, получается, на место надгробные плиты. У целом у Добрушском районе зараз находится около 60 помников, связанных с Великой Айчинной. На их ремонт и подтримание в належном стане сёлета накировали около 150 до деноминационных миллионов. У Будакашалёвскім помнікаў 85. Гэта воинские пахаванні, помнікі землякам, якія пайшлі на фронт, памятные месцы и курганы славы. У гэтым годзе провели некалькі вялікіх рамонтаў. Один з самых зауважных у аграгарадку Октябр. Яшчэ недавно на гэтым месцы стояла скульптура солдата. Яна была усталявана яшчэ ў 50-е годы. За гэты час и сама скульптура, и тумба под ёй покрылись глубокими расколінами, а косметичного ремонту хапала літаральна на год. Таму было принято рашэнне об замене яе на вось гэтую стэлу. Сама скульптура гісторыка-культурнага значэння не мела, куды важнее тое, што пад ёй. Тут магіла 16 салдатаў, якія загінулі, змагаючыся за незалежнасць радзімы. Да памяці гэтых людзей мясцовыя ўлады аднесліся з максімальнай павагай. Магіла ў нас асталась на гэтым жа самым месцы. Мы не на міліметр, гаворыцца, не змянілі размеры нашага ограждения этого. Просто мы поменяли скульптуру. Все те имена, которые нужно было увековечить, мы их увековечили. В этом году мы добавили еще 4 имени, которые нам дал наш районный военкомат. Сёлета у Будакашалёўскім районе новое обличье отримало и вось гэта одиночное пахаванне. Апошні притулок у 41-м годе тут знайшоў 24-годовый летчик Евдоким Комаров. Мясцовые жыхары доглядают могилу уже 75 годов. Это было первые дни войны.
И вот утром жители обнаружили здесь сбитого бойца, воина. Они захоронили его вот на этом месте. И потом уже из уст передавали, что это вот военный летчик Комаров. Ну, вот таким образом сохранилась эта могила до наших дней. После войны на этом месте усталявали типовую тумбу с червоной зоркой. Сёлета ее заменила гранитная стела. У целом на территории Гомельской области монументов, которые чакают великой реставрационной работы, застались одинки. Раз в год хотя бы один помник у каждом районе ремонтуют капитально. И процесс гэты не спынны. Шанование памяти предков – важная частка культурной традиции белорусов. Шанование памяти ахвяр самой страшной войны за всю историю человечества – это еще и священный обовязок. Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Что год у Беларуси проводится около 60 международных, республиканских и региональных фестивалей. Ельский грай-гармоник все лето прошел у 9 раз. Какие плюсы мае регион от проведения таких мероприемств, высветлял Олег Синтеров. Ельск – город невеликий, населенство складает меньше 10 тысяч человек. Еще недавно такие населенные пункты называли Полесской глыбинкой. Когда в 2000-м тут начинали проводить фестиваль грай-гармоник, об некой масштабности мероприемства размовы не шло. Тогда на фестиваль приехали около 50 музыкантов с одного района. Зараз ситуация совсем иная, тем больше, что летось в городе провели областные дожинки. Створенная тогда инфраструктура теперь выкористовывается для проведения инчих святов. Гости фестивалю признаются, навод не мерковали, что белорусские малые города могут быть такими утульными и навод уносить отповедные пропановы. Надо ваши улицы переименовать площадя. Потому что двустороннее движение, по две полосы по каждой стороне. И они просто удивляются, что в глубинке Полесья, в глубинке Беларуси могут такие быть города. Мы все, ельчане, получаем удовольствие от того, что у нас такой город. Проведение культурных мероприемств у Ельску разглядают как возможность развития других сфер, того же гандлю, например. У опошний час покупницкая здольность сельского населения крыху снизилась. Фестиваль – добрая возможность притягнуть покупников и продемонстрировать плюсы местовой гандлевой сетки. А прича того, гандлевать дозволили и приватным предпринимальникам, на полицах яких от витаминной продукции и сборов лековых трав до вырабленного по старожитных рецептах эликсиру молодости. И еще одна тема – развитие народных промыслов. У Ельску не обижавались импорт сувенирами и запросили соправдных народных мастеров из всей Беларуси. По великим рахунку, это не только возможность набыть эксклюзивные вырабы, але и популяризация народной культуры. Такие мероприемства увогуле вельми сприяют становчему имиджу регионов. Все это в рамках фесту у Ельску организовали выездные концерты удельников у агрогородках. Об убаченном гости свята обещают рассказать своим землякам. В музеи мы были, там и гончарство, и вырубы из дерева. Звичайно, это село, но до такого таке враження, ну, не передати словами. Дуже нам все сподобалося. Скрізь чистенько, скрізь прибрано, все пофарбовано. Все літо на Ельський фестиваль приїхали около 300 удельників з Білорусі, Росії, України, Молдови і Естонії. Гран-при, до речі, отримали представники Гомеля, Наролі і Андрушівки, города у Житомирській області України. Хоч задоволеними, здається, залишилися усі. Урешті, фестиваль – это перш за все зустріча апантанних музикой людей, що в свою чергу створює імідж Білорусі як плясовки для проведення творчих мероприємств. Фестиваль «Грай гармонік» завершив. Але у 2018-м організатори планують знову обов'язково зібрати у Єску людей, які не уявляють своє життя без музики. Причому тоді фестиваль у першиню, напевно, пройде вже у статусі міжнародного. Олег Сінтеров, Сергій Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель», Єцький район. Сегодня у першиню за 350 годов частица мошу святого великомученика Пантелеймона покине место своего постоянного знаходжения – кафедральный собор итальянского города Джирача. По благословению святейшего патриарха Московского и усия Руси Кирилла святыню доставят у Гомельский кафедральный собор. Зустракать ее у городе на цожем будут сегодня о 22 године. Внутри ковчега, який на час передадут у Гомель, заховывается костка перед плечо святого, загорнутая у шалковую тканину. По историчных звездках, все свое життё Пантелеймон провел у старожитном городе Никомедии. Плячил людей, причем робил это бесплатно. За свою веру был покараны смертью. Однако навод зараз протягивая вратовывать верников от хвороб. Прикластися до святыни у Гомелі можно будет до 12 жнюня с 7 годин раницы до 10 вечера. Для зручности прихожан в этот период на площади Ленина организуют часовую автомобильную стоянку. На этом выпуск завершен. У студии працював Александр Гамоля. Усяго доброго и до встречи у эфира.